Очень стало мало фальстартов. Да. Это реально видно, что это работает. Но мне кажется, автоматом было бы вообще всем проще. Они бы уже просто совершенно привыкли к этому, как бы, регламенту, и все. То есть на старт дается, допустим, этим судьей по мере готовности. А внимание выстрел должен в этом делать. Через определенное время. И все это уже знают и к этому готовы. Сейчас даже с паузкой сделали. Да. Здорово, Аурея вышла. Вышла, как всегда, и Дафна сумеет ли очень она догнать. Очень сильно проиграла. Но как Бара накатывает. Ты посмотри, что делает. Вероника выигрывает. 11-0-3. Минус 0-7 ветер. Вероника свое дело сделала. Вот. Очень здорово, Аурея. Со старта. Да, стартовала. Но Вероника, конечно, вот... Тоже не слишком-то ей уступила. Но у Вероники все-таки запас. Да, она вот набегать мощностей, умеет. Да, как-то больше. И вот этих амбиций. Ну, не удалось. Да, ты посмотри, отстала. Слишком вертикально, да. Подскочила вверх плечами. Ну, тоже от волнения где-то. Видимо, плюс да. Фальстарт. И здесь она вместе, включилась, да. И приблизилась, в общем, и Аурая, посмотри, как она съедала ее в концовке. Набегала. Съедала в конце, но запас, который создала. Да, вставила плечо, по-моему, Вероника. Ну, она потому да, что вот опыт. Опыт, да. Вставила плечо, прямо прошла опыт. И все. И прямо видно вот плечо, не смотрите, как она пошла. 11-04 у обеих, а как бар 11-06. Смотрите внимательно, спринтеры всего мира, да. Как надо использовать все. Да. Все свои, вот, все свое тело для того, чтобы выигрывать соревнования.